Всем огромный привет! Бегала сейчас на почту за коробочкой новогодней Glambox. Наконец-то с 12 декабря она до меня дошла. Сейчас мы посмотрим, что там внутри. На улице, кстати, такой холод. Я пока добежала, у меня аж прям лицо свело. Так, ну и что же находилось в этой коробочке? Давайте, как обычно, прям будем на ходу рассматривать. И я буду зачитывать по бумажке, которая была вложена в коробочку. Здесь пробничек 1,5 мл La Vie Belle от Lancôme. Здесь Giorgio Armani Sea Intense. Мне очень понравился аромат. Я его уже слушала в Duty Free, когда мы на отдых летали. Так, здесь же мне попадается вот такая вот бутылочка. Это лак легкой фиксации с эффектом блеска от Osis. Хороший объем такой. Мне кажется, в сумочке его очень удобно таскать с собой. От Avène. Я не знаю, что это такое. И я не нашла в описании, что это. Поэтому думаю, что это в качестве какого-то презента. Вот так вот выглядит. Если кто-то на английском умеет читать, то обязательно мне напишите. Ну, или, в принципе, я сама могу в Яндексе посмотреть, что это за крем такой. Следующее, как я называю крема, такая тоже миниатюрка от Avène. Это Эстеаль крем от Машин для контура глаз и губ. Антистарость. Здесь тоже небольшая миниатюрочка 2 мл. Вот такая вот база под макияж от фирмы Clarins, придающая сияние. Тоже неплохой, кстати, такой тюбик, неплохой объем. Здесь сколько у нас здесь? Не вижу сколько. 10 мл. Ну, я, например, на самом деле с удовольствием испробую. От Declior насыщенный увлажняющий крем. Я думаю, что, наверное, это именно он и есть. Вот его описание. Дальше. Аромалис тоже от Declior. Крем какой-то интенсивный. Вот такая вот крошечная. Тут 0,7 мл. Следующее. Шампунь разглаживающий от Clarin. Вот такой вот зелененький. Мне желтенький какой-то попадался. Это шампунь разглаживающий. Тоже с удовольствием попробуем. Следующее, что мне попадается здесь, это блеск для губ Gloss Prodigy, наверное, 0,4 оттенок. Ну, немного не мой, но, конечно, надо смотреть, как выглядит на губах, поэтому с удовольствием попробую. Так, бумажка, бумажки у нас тут всякие. Philips тут нам представляет свои фены, плойки, ну, в общем, и всякие, тоже тут какая-то. Вот, Влокситан, подарок на 1000 рублей. Вот такая вот карточка пластиковая, хорошего качества. И что мне, собственно говоря, очень-очень понравилось, это то, что в моей коробочке лежала вот такая миниатюра от Влокситан, туалетная вода. Называется, давайте я поближе вот так вот, чтобы вам было видно. Вот она. Давайте ее откроем. Я уже, на самом деле, ее понюхала, послушала, вернее. Выглядит вот так вот. В мою коллекцию миниатюрок прибыло, что называется. Запах очень нежный, очень летний, такой очень цветочный. Очень рада тому, что эта миниатюрка мне попалась. Итак, что же касается того, довольна-недовольна. В целом, я очень довольна этой коробочкой. Потому что мне очень нравится, когда попадаются в коробочках какие-то декоративные средства, такие как, например, блески для губ. Ну, даже база вот эта вот под макияж мне, например, очень понравилась. Вот, два кремика. Я как-то спокойно очень отношусь к таким миниатюрам. Очень рада, что попался пробник Giorgio Armani Sea Intense. Хоть я и знаю, как он пахнет, все равно мне это очень приятно. Вот, ну и что? В принципе, наверное, вот эти вот три продукта порадовали меня в коробочке больше всего. И благодаря им я коробочкой на самом деле очень довольна. Вот, пишите свои впечатления об этой коробочке. Если вы заказывали то же, что попалось в коробочке вам. На этом все. С наступающим вас Новым годом. Пока-пока.